Вот. Ну и в этой связке всегда идет прекрасный релаксирующий романс. У нас сейчас страничка русского романса. Как вы понимаете, начинается? Евгений Николаевич Быков со своей видавших все, вся и все гитары. Да что ж у вас все на это? Из-под пробки на ветру оно вливается вовнутрь. Неторопливо так пьем лишь пиво и лишь только поутру. Глоток другой, и наведенные на резкость глаза и мысли возвращаются назад. И унавоженно захарканная местность вдруг превращается в цветущий дивный сад. Над ним парит в лучах янтарного сияния вчерашний грешник, вечный пленник. Батуна, и сокращаются большие расстояния, и приближаются иные времена, где нет с утра тоски похмельного, синдрома и стройный, но дружный ход. А только радость в предвкушении труда. Дорога весело бежит к родному дому, а там жена глухонемое, но стекло. Старушка-мать печет оладьи хлопотливо, сынуля режет на баяне краковя. Ах, почему так быстро иссякает пиво? Ах, почему же в этой жизни все нет? Не так. Раздвояет Евгений Николаевич.